мяч его вижу выше. А где еще один? Их двое было или один? Здесь, здесь рядом, вон. Дальше, второй дальше, куда? Восточнее вон там. А, там их двое, дальше, вон, южнее. Ой, там трое, нихуя там паровозик. Смотрите, от вас на востоке. Ниже. Так, у меня еще один подошел красный, да. Вот где дымный, южнее Филда, красножопик со мной. Я думаю, что дело? Нихуя, кажется... у него энергии. Захожу, захожу, захожу на него, держись, держись, держись. Так, режим форсаж нахуй. Ага, вижу заход. Ой, ой, мама! Ебать! Ой, мама, блядь! Слышь, у него залетело все, вообще все. Жаль, ничего не осталось. Его протезные инструменты качественные, медицинские. Я еще не видел, блядь. Короче, смотри, там на востоке был паровозик где-то. Слышь, ну там Васильич гоняет, якорь убивает. Да, вон меня они... мессер мне влупил, похоже, по полной. А может, не мессер. Вон они, восточный полез, смотри, по нуля там. Вижу, вижу, вижу. Нет, это другое. Пойдем-ка, блядь, что там за мамба, блядь? Мне лампас подари. Опа, таран что ли? Ты на нижнего, Вольф? Я еще не падал ни на кого. Я их как бы не очень-то и наблюдаю. Захожу на якоре. Высота 1500. Принял, не вижу. От леса где? Подожди, подожди. Так, ладно, заходи. Это лаг мамба, блядь, что ли, нахуй. Проебался. Гуд. А, вот. Там дымный какой-то летает. Живой, блядь. На нуля. По леску восточный лес идет. Пойду туда спущусь, если смотрю. И корёчек дым с дымком. Да-да-да, вот. Да-да, вот он тоже здесь был. Покажу. Ну, вираж как ебанутый, блядь. Сейчас, блядь, сейчас, сейчас. Прольется где-то кровь, блядь. Это ты бабушку будешь так, блядь, контратаковать свою, блядь. Давай, бегу, 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 бегу. Нихуя себе. Оп, блядь. Оп, закрылочки, нахуй. Оп, блядь. Пиздец. Он, блядь, падает, походу. Не, он разгоняется, конечно. Чтоб тебя пропустить, за тобой вверх выскочить, нахуй, а тут я, нахуй, такой, блядь. Не, нихуя не пошел, блядь. Бля, его потерял опять. Да иди там внизу, внизу, внизу. Да, вот. Вот он над лесом летит. В лесу такая полоса, да, нахуй. Лесополоса. Вырезанная, блядь. Видишь, на восток пошел. Блять. А, вон он, блядь. О, он сажает, что ли, блядь. Заходи, заходи, ебашь его, не, нахуй, сажает. Блядь. Ну чё ты? Да ему пизда, он на брюхо сажает. Он тебе засчитает. Ну нехуй садиться здесь, блядь. Тебе засчитают нормально. Да я не попадал, я не стрелял в него, ёпт. Да? Ладно. Давайте я его убью, блядь. Вы? Добрый ты какой-то стал, пиздец. Да я никак не мог, я, ты чё, там у меня скорость пиздец была. Пошли вверх. Да у меня топливо, всё, ну, мне надо или домой, или, блядь, прыгать, или что-то делать. Серёга, мы далеко за на востоке, а ты сюда, на квадрат. Вот лес полоска идёт, от полоса вот эта вот идёт, 239 квадрат, 9 сектор. Как принял Костя. Да это пиздец, там люди не живут. Такие дебри мы не летаем. Так они здесь все время климпятся. Они, блядь, взлетают, здесь климпятся. Ага. За филку ходят. Типа их не видно. Облаком прикрылся. Вот тебе кого-то Андрей автомату убил. А где?
Валера, пистолет. Какие громкие ники, я даже не знаю. Вообще везде. Мы только вот таких избиваем, блядь. Андрюшку автомата, блядь. Откуда ник? Эхо войны. Сибирского авторитета Андрюха автомата, блядь. Да-да-да. Эхо войны, блядь. Лица, я тебя не вижу. Я сзади, слева. Тренер. Выше. 6, то я не вижу. А, то у меня на 9 часов? Да, да, да. Хуя себе, нет, это не ты. А ну да. А чё тебе так, блядь, по небу-то хуячит? Ты сейчас выкинет, ну. Вышли. О, сейчас нормально. У тебя не было этих призов? Нет. У меня никогда не бывает фризов, но. Понял. Икс инверсия над филдом идет. Исчезла. Справа. Да. Так что в следующий раз не спрашивали. Даже. Так, Икс, на тебя что-то разгоняется, смотри. Издалека пока. С какого заходит. Курса? Сзади, сзади он тебя не крутись, блядь. Я к тебе, блядь. А, вижу, вижу. На солнышко он пошел, блядь. Может наш хуй, блядь. Он с инверсией ебнул. Я ножки давал, не видели? А, Серег, ты, да, подтверждаю. Все, Сережа. Угу. Так, Серег, все, занимайтесь, я пойду. Ну, поплавать. Давай. Сейчас на нашу территорию зайду. Прыгнул. На филде никого не было, я его не смотрел. Угу. Да они как-то ниоткуда появляются. Они могут с юга приходить, кстати, под солнышко идут, блядь. Но здесь ни одной машины нет, можно на тот филд прогуляться. Вот Липхер пришел пиздить, блядь. Вон, Серега, над их филдом, смотри, война, вон, видишь, кого-то зажгли. Ага, ага. А, ну это походу наш зажег, да, получается? Ну это Липхер, ну, да, зажег. А так бы кричал в этом чате. Я такой-то горю, блядь. Парашют, что ли, висит. А где тот, кто его сбил, я что-то не вижу. Странно. Да мне кажется, это нормально, что ты не видишь. Здесь никто ничего не видит. Никто ничего не понимает, блядь. Да, да. Все, пойдем худой. Да вот? На какой? Как он обои сбил? Чему? Север сбил Покрышкина и Реда. Они, может, столкнулись, да и все. Наоборот, блядь. Пробитые. Они, может, оба были пробиты и врезались, да и все. Один сдох, второго врезал. Нет, они сами могли врезаться между собой. Пробитые. Вопрос другой. Где эти парочки летают? Чехи, они, ребята, серьезные, с ними аккуратно. Да, они летают строем. Плохо было посмотреть в каком месте. Разве это плохо, блядь? Для них, да. Перки подох. Они же чехи за хохло уже. Ну да. Да ладно. Да. Вот сейчас парень только приехал с Праги, говорит, охуенное отношение вообще. Когда? Ну, вот только на новогодний праздник. Ездил. Он где-то их вулчит, что ли, на южном, что ли, что здесь нет его. Показывал. Вот. Вообще, говорит, такая добродушная такое отношение к русским. Везде все по-русски половина написано. Там наших больше, чем их, блядь. А как же танки, блядь? Можем заехать опять. Русских любят, короче. Они там всех любят, пока баб есть. Да? Ну, не без этого. А у нас, блядь, есть бабки или нет, тебя один хуй никто не любит. Ну, у нас... А нас за что любить? Голыть бабки. Короче, сидели в баре, говорит, переводит на наши деньги, на кружка пива, бары, ну, барная, но пол-литра. Переводит на наши 40 рублей, говорит. Понял? А пиво нихуя не... Нет. Не говно, так нормально. Ну, да, да, да. Жигулевское, блядь. Да, да, да. Сам, говорит, пиздец, конечно. Кирские жбани, да? Мы, говорит, ржали. Приехали, говорит, тратить, а в итоге сэкономили, нахуй. Приехали экономить, блядь.
смотрю, где кто. Там я над калачом. К южному пошли, блядь, Филдер. Пойдем к южному. Я над калачом уже. Это квадрат. Кому квадрат, кому? Я этот небесный квадрат не покинул. Кому и кобыла невеста? Да. Опа, 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 Серега, 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 я у тебя сзади, у меня 6. Блять, только что смотрел. Серега, оно, да, я к тебе иду. Вы ушли далеко на юг? Оно. У меня 6 там. Дальняя она. Ага, вижу, 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 вижу. За калач-то зашли на юг, нет? Нет, ну восточнее калача. Точно? Хорошо. На всех парах двигаем. Проходишь, да? Угу. Это у вас... Блядь, перестреляется. Да хуйня не попадет. Догоняешь, нет? Догоняю. Все ровно иду, но... Не понял, что он... А, бросил, бросил. Ну что это? Где? В каком видео такое видел, блядь? Ой, блядь, пизда нас. Кому? Кому, кому? В каком видео это... такое видел? Ну, вот это, это был штопор не наебанский. Тактический? Оперативно-тактический штопор? Оперативно-тактические маневры, да? Это Серега, Серега, подряд, это... А, это, ага. Блядь, это парашют, сука. Опа, Серега, а вот Гена, ты с ножками, да? С эти. Ага. Так, ладно. Ну что делать, куда идти, блядь? Ну вон где-то эти плющатся друг друга. Локи, лифтерты. Блядь, что-то... Как-то, блядь, не уверенно фока отрывается, блядь. Хуёво, что-то. Или у него больше, было больше энергии, блядь. В принципе, он догонял, блядь. Так, ну чё, на юж, на северный пойдем опять? Пойдем на северный. Где-то же битвы идут. Это же они есть, когда их нет. Так, у нас слева сзади инъекция. Как бы она... Гена, это ты? Нет, хит. Можно? Ну-ка, дай на ножки дай. Да, это я. Ага. Палит контору нас. Хоть найдут нас, а так и ни ему никого не видим, ни нас не видит. Говори. Короче, я нашел пирожки с повидлом, пацаны. Я теперь буду меньше пиздеть. Ты если... Пиздец. Взлетаю. Их уже 12. Надо, наверное, вот этот, как бы, восточный сил проверять, потому что яки могут кончиться на северном. Но здесь ни одного крафта нет, блядь. А, нет, самовал. Есть, есть, есть. О, Серега, справа. Опа, опа, Серега. Прямо по курсу, в левом вираже стоит. Надо мной проходит Серега один, Серега. На тебя пошел. Вижу, 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 вижу. И подо мной машина, подо мной машина. А чего он? Под тобой или над тобой? А, две машины. Одна у вас, а одна у меня. Гена, за тобой пошел сейчас.
Он выше или ниже меня? Ниже. Он, блядь, уже провалился что-то. Вот ты вверх, вот ты вверх пошел, да? Он за тобой. Я вижу, все, вижу. Вот он вправо, вот он. Ну заходи, ты ж. Не-не-не, я, блядь. Не пошел. Ты же на порядочном самолете. Блядь, всю энергию слил, блядь, балбес. 20 лет. Дурак, что ли, какая там энергия? Так он выше меня проходил, ебаный в рот. Там ну что, нас двое, он все понял сразу, пошел. И что будем делать? Убивать его? Я пошел вниз, конечно. Зачем он? Ты на нашего пошел, который. Да. Я вижу, он Серега пошел туда зачем-то. Так, ну вот вы пошли, а там я еще одного, я сейчас его проверю, выше нас там. Что ты, Серега, вправо крутишь, куда там? А, вижу. Я сзади стану, да, если что, стрельну из-за угла. Напугали, это, наверное, навигатор опять. Блять, это вместе нахуй. Нагибатор. Нихуя, это як, блять. У меня тут высоко як нахуй. Иди что-то, гад. Теперь пока этого не убьем. А он в облака решил прятаться, по-моему. Это пиздец. Вот он противоречит Минским соглашениям, мне кажется. А он читал же мемуары. Если что, я в облако. Да. Но он же... И там молнии по башке, да ты ж, блядь. Он маленько неправильно соображает. А может, он нас заманивает? Упустил. Он просто не учел, у меня же видео другая, у меня же облаков нету для меня. Так что. А, в мемуарах этого не было, блядь. Этого не было, блядь. Баги программирования и прочее. Читер стайл, блядь. Да. Его уже убил или еще можно стрелять? Их стрелять. Да я тут, блядь, стою, сука. У него скорость, меня не позволяет скорость. Это самовал все происходит вот так. Давай ты заходи, если не. Там инверсии много, смотри, Олег, это куча инверсии. Да это я на. Там куча, говорю. Ты что, сразу три рисуешь инверсии? Ну скрыли, ты жопы, блядь. О, я по нему попал. Так а кто у меня на шести? Я как. Серёжа. Похоже чехол. Зеленка есть на филде, блядь. Так, вы где? А тут на нулях. Он, по-моему, врежется в землю. Вольф, ты где? Я прохожу песковатку. Песковатку? Давай, иди. Иду в сторону. Ты на шести, Сережа, устоишь у него на шести? Да. Или мне стрельнуть? Ай, блядь, сломает меня. Вольф, я иду, короче, с курса. С курсом 201 на квадрат прям. Принял. Подошел к квадрату, чуть нижнее его высота. Еще кто-то есть. Я на 4000. Это длинный? Нет, длинную я сбил. Я один расстрелил, попал в кабину нечаянно. Он сразу умер. Жду тебя тут. О, опять на карпах. Это мистер, это мистер. А, да он не пошел за мной. Набирай высоту. Я этим занимаюсь с рождения, блядь. Я ничего не пойму. Калиблюсь, блядь. А 6 что ли? Какие-то выстрелы слышу за спиной. Это баг. Инверсия, видишь, калачу идет? Найн. У меня где-то под солнцем, блядь. Я так понимаю. Не-не-не, с севера идет инверсия в смысле к квадрату, блядь. Севера? Да. Или север на меня лезет, блядь. Север. А ты прошел квадрат? Сам-то где? Я что-то найти не могу. На север иди, от квадрата на север. Я на квадрате 5. Иду на север. Я думал, вы самовалки бьетесь, а вы уж тут, блядь, у плаща, блядь, у этого квадратного, блядь. Мы были у самофалов, где-то такая. Или как ее?
А уже у палача, что ли, Олег, дело? Да, иду к квадрату. Так. Вижу я их. Давай, давай, вижу. Видел атаку сейчас? Да, 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 да. Вот, это вот я... Охуительно красиво. Слагано. Слагом, блядь. Да ниже сейчас? Да, да, да. Только я от него тут разгоняюсь, разворачиваюсь, разгоняюсь, разворачиваюсь. Заходит на тебя. Да не, он не заходит. Заходит на тебя, блядь. Где? Че он? Ну сзади он, блядь. Да, это разве заходит. На юг, что ли, все дело пошло? Да. Да, да, да. Но я опять развернулся на север. Вы подходите быстрее, блядь, ёбаный перед. Как быстрее? У меня 3000, я клемлюсь, но... Как... Я уже здесь. Привет. Да, и ваши трое на по мне фока практиковалась, блядь. А по мне лавка прошлась. Не, ну он чё, тупой, что ли, блядь, реально? Всё, Икс, я вниз погнал. Ага, вижу. А тут лавка? Ай, блядь, не погнал, чуть не развернуло, блядь. Ёб твою мать. Я проебал все позицию, блядь. Ладно. Давай попробуем еще раз. Так, у меня двое, я думаю, чё он ко мне так ходит? Он так ходит, я думаю, вон в чем дело. Двое, блядь. Пойдет он. Пойдет. Какой-то ебанутый рядом летал. Блядь, у меня энергии нет, нихуя, сука. 200 скорость, блядь. Блядь! А нет, попался. Пробил, заебись, горит. Чё-то это, блядь, крутанул эти ёбаные закрылки, меня развернуло нахуй, штопор ёбнулся, блядь. Ты забыл. Нахуй ты их вообще трогаешь, закрылки эти, блядь. Я на Г2, ёбать. А похуй. Пиздец. Ну пускай летит он нахуй, пусть он, пускай он летает. Да, он уже в штопоре, короче, да. Так, ладно, пошли дальше, нахуй. Там на север две лавки, чуть ниже, на 4000, от вас. От нас? Пошли, от пошли, 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 пошли. Слушай, ну какой-то дебил. Мы над их филдом, да? Вот. Атакует. Вот этот кюгель. Он что, своих пиздит, я не понял? Да, он прям на стоянке. И меня тоже расстрелял. Надо банить их, пидорасов, блядь. Глупых, блядь. Ген, где это? На севере. Я сказал, на их севере, полтора квадрата. Мы над филдом. Над их филдом мы. Еще севернее? Разведи нас. Нет, ну это было где-то в районе Калача, короче. Ну и мы были в районе Калача, мы оттуда только что сейчас вот вернулись. Вот я летел, я набирал к вам. К вам высоту к вам набираем, две лавки. Иди. Сзади нас подходит городишку перед филдом. Город южнее города. Я тебя, 4. Я тебя вижу. Подо мной, смотри, под меня идет я. Олег, ты бы написал на этого кюгеля, чтобы его забанили. Ты там знаешь. А, вижу. Ну, это блядь. Сейчас это нереализуемо, нахуй. План нереализуемый. Да, конечно, они же на форум боятся. Еще был. Да, я вижу тебя, я дублирую заход. Кто боится? Ну, пусть его запишут, что потом его забанили. Я довернул. Ого, он там что-то пытался, блядь, да? А их точно двое было, да? Да, было двое. Второй еще где-то ниже, блядь. А, ниже? Ну, ниже это хуйня. Ты так. Заходишь? Или... Ну, давай, я после тебя, я как раз попробую подловить. Ну, он сейчас сольется просто. Опять я не хуёво позиция. О, попал, молодец. Да, что-то попало чуть-чуть. Да, там движки будут сейчас.
Опа, он за тобой, смотри, что делает, смотри, что делает. О, заебись, заебись, заебись. А, во, второй, нет. второй за ним идет, смотри. Прохожу. А нахуй за ним идет дебил, блядь. Эх, блядь, скорость, пиздец. Угу. В облако шкерится. Второй, блядь. Первый на петлю пошел. Так, захожу на второго. А где вы побудете? Вы в силу, вы прям на филде он. Ой, блядь, блядь, там их пиздец, смотри, сколько их много там нахуй. Это прекрасно, я иду. Захожу на одного нахуй, который вытягивает нахуй. С энергией нахуй. Да-да-да, завис он как раз, заебись, успеши. Да я не успею, блядь. Успеешь. Прям ништяк. Этот урод, конечно. Я там, блядь. А этому дебилу смерти записывают ему, пигалют ему, ему не идет. Да он похуй, он не понимает. Так, еще один як клинится к нам. Подо мной сейчас. Но вот он слишком низко, но. Да. Давай падаю на него. Ты падаешь? Да, я давай. Нахожу. Ой, блю. Пиздец. Ой, блю. Нихуя себе. Да, бля. Залпик, ёб твою мать. Где вы, на север нашел? Да, на дыхне все равно. Машина стоит на взлетке. Что-то просто стоит. Так, у меня что-то кончик крыла дырявый. Опа, 6, ёб... Так это наш Фока, ёбаный рот, тебе хуячит. Вот этот дебил этот. Какая нахуй Фока, блядь. Это Ил, Фигель. Ёбаный в рот, да ладно? Нихуя. Нихуя, вот это прикол, нахуй. А чё это он? Нихуя, захожу нахуй на Ила, блядь. Давай. Слышь, ты чё, блядь? Штормы себе возомнил, блядь. Готов. А не, другой. Ну я попал в него, понял, нормально. Да, только он меня перекручивает на еле, блядь. А ты как думал? Охуеть надо. О, мне вот тут попал сейчас нахуй. Кто атаковал? Я его прохерачил. Ага. И он даже, сука, но не ему... дымит нахуй, блядь. Да. Ну это и. Во, сейчас захожу, пизда нахуй. Сейчас вот мне пизда будет. Блять, он меня прохуярил нахуй. И я его прохуярил. Лодки, блядь. Скач. Ай, лошпед, блядь. Я валю нахуй, хули. Да, и вал в небе, это как, блядь, Thunderbolt здесь же. Вяжками, блядь, хуйня. Резко, блядь, ну метка. Что, ролли? Давай пешку, блядь. Танкист прихуел, что ли, блядь? Так, восточный якорь, высота 3,5. Так. Ага, что-то вижу там. Ты заходишь, да, на него? Ага. Давай, иду. Эй.
Я чуть-чуть ниже, нахуй. Вольф, напиши, блядь, чуть тебя не убили, они. Сейчас. Че это такое? Так, он наверху, Серега. С трассы пролетел, а? Он наверху переворачивается. Ой, с трассу пролетел. Не понял я. Так. Ты на северном филдом или где? Ну я далековато, Серега. Ну я иду. А, все, бросил тебя. Я далековато, я правда. Вижу, да. Мне до него целый километр, блин. Все, что-то не пошел он за тобой, блядь. Опять пошел. Что-то крутит, блядь. Ну что мутит-то, я не пойму, блядь. Выпьется, нет? У нас на северной филде. А где вы есть-то? Красный. Мы у филда, Ген. Чуть-чуть посточнее. О. Серега, я захожу справа. Давай. Вижу кого-то. Двух. Вижу. В лоб, что ли? Да? Да, в лоб садились. Сука, он мне попал, блядь, или рон левый отстрелил. А участку готов. Стрелял. Я. Он летит, по-моему, у тебя стреляет, ты чё? Как он готов? Чё у меня такое? Я вижу, что у меня эти... Черный дым, все дела. И он не готов, он по тебе поливает. Серега, он вывешивает. Я вижу. Ага. Он Гена сейчас, давай. Блять, мимо. Че, не попал? Нет. А как так? Не вот знаю, и я говорил, не он стрелял. Два раза уже сквозь очередь проходит. Я сейчас дымы видел, что я по ним попадаю. Прям по нему, блядь, что он висел на месте. Че ты там умеешь, блядь? Доктор ротовой полости, оральный врач. Еще раз. О, сейчас вот были вспышки, вот задымил нам. А. Хулиганит. Перекур. Там машинка есть на этом. На филде, на стояночке стоит. Так, в севернее филда под облаками. Еще один. Вот он сейчас атакует прямо прямым курсом, можешь идти на дальнего, на следующего. Да, иду. Где он, блядь? Не вижу его. Из облака выпрыгнул. Я захожу. Видимо, на него кто-то стреляет. Ага. Ой. Все, так летал. Красиво, плавненько. Он же не знает, что у меня для меня облаков не существует. Хули не прятал. Так, на дымящий. Под облаком, нахуй. Под облаком он. Вот делают дым, зажгли, да, и он под облаком. Севернее чуть-чуть. Так, вот он подумал, там послужил. Ты будешь заходить? Я падаю, ну. А у него уже падает. Это лаг, заходил. Блядь. А, не, это ягна. Пал, маленько. Он бит. Еще один. Внимание, 6. Олег, 6 сейчас у тебя будет. Ага, вижу. Давай. Я захожу. Он с энергии большой сверху упал. Это лаг, возможно.
могу попасть. Давай, я пропускаю его. Так. А все, ушел вправо, по-моему. Буду знать. Нет, не ушел. Блять, кончились, сука. ГДВ. Ёпты, блядь. Пробил маленько. Все черное пошло. Все, я пошел домой, короче, у меня, блядь, крыло и так пробитое, блядь. Он за тобой идет. Да, давайте, убивайте его нахуй. Я не знаю, он как-то это самое не реагирует. Разбил ты его уже, все. А он летит и стреляет. О, может ПКшник, блядь. Пошел я домой, короче. Опять куда? Луки наебнули, блядь. Ужин? Он один за всех появит, ебаного. Что делать? Так, надо как-то подняться. Верно. Филдом контакт. Похоже, взлетел курсом 270. Типа таким. Прям сейчас только отошел. Филдом, уж метров 230. Полечу на Фридрихе, блядь. Я параллельно тебе лечу. Я чуть вправо довернул. А какие там режим-то, я не помню, на Фридрихе. 1.3, 2.500. 2.400, по-моему. 500 тоже хорошо. 2.500 ему пизда придет. Нет, у меня не приходит. Нет, что? Ну, в смысле, недолго. Ну да. А, 2.400 это так, я понял, на марш. 1.25, 2.400, что-то вспоминаю, Я не вижу, куда ты делся. Звяжусь. А вот ты над филдом летаешь? Ты в бою, ну, как 2.500 лежал. Я... Нефиг. Южнее филда, иду на запад, а он взлетел, ну, кратковременно. Филда и пошел тоже на запад. Блять, ну ебаный в рот, забудь. Я мог видеть, я его как себя не видел никого. Был, он может вправо туда крутнулся. Нет? О, какой обзор ты на нем. Потому что там облака. Да, Федька-то, блядь. Под тобой. Раз. Ровно под тобой. Точно. Далеко? Километр, два не видим. Давай попробуй стрельнуть, вдруг попадаем. Заходишь на него. Ракурсы не хочу. Дублируя. Если он меня видит или нет? Видит. Видишь, как сразу свечку дает. Ну да. А зачем? Эх, дорогой ты мой человек. Вертикальные петли, блядь. Все, сейчас миссия закончится. Что-то у меня то ли с пингом. Не, пошел дым, ты попал. 5 минут, да. Красный крылышко пистолет. Он так четко завис, и я думал, я его вот зажгу прям. Но не заебались, это песковатка. Давай выиграем миссию. Вытянешь его? Ага, вроде вытянул. Прыгнул, что ли? Или развалился? Развалился. Блять, узкий профиль, блять, попал нормально. 1.4, блять. Блять, такое ощущение, что я без кабины лечу, блядь. На Фридрихе, ёпт. Охуеть, после Г2 сел его, ебать, я урод. Это я пиздел. Да вот и кабины нету, блять. Так, у нас две инверсии. На 10 часов обои навстречу идут. Надо завернуть на 270. Да, первый не знаю, он его догоняет. Тоже вроде тонкий профиль. Это заходит вроде куда-то. А ты над филдом остался? Там красненький. Я у тебя справа ниже, по-моему. Красненький. Моя высота 3000. Ты на него закручиваешь влево, это у тебя, да? Обратно пошли. А у тебя не 6 справа сзади, ну-ка. Нет.
Точно нет. Ну-ка моргни однократно. Но у меня мессер сзади вверх утягивает. Блядь, нет, классики, я его потерял. Он в инверсии что-то друг за другом там бегает. Блять, над филдом был кон. Моя высота. Да ушел, непонятно. В облаках спрятался. Да нет, у него 3000 было.